хочу воспользоваться возможностью. Придется резать все, резать куски паузы. Призвать вас, друзья, к тому, что я многие годы вынашивал, и все-таки все собралось вместе. Призываю вас, всех, кто интересуется и нравится деревья. Деревья для каждого человека имеют особое значение. Плохо все. Но смысл очень простой. У вас наверняка в жизни были какие-то истории, связанные с деревьями. И я решил, что пора уже людям объединиться в этом плане и рассказать о тех местах, где растут такие необычные деревья, красивые деревья, редкие, старые. Для этого я создал канал на Телеграме, который называется «Нота 3». То есть «Человек не дерево». Есть такая фраза. Призываю вас перейти на этот канал. И три простых действия. Это место, где это дерево, название дерева и какая-то краткая история, что вас побудило вспомнить об этом дереве. Или, может быть, есть у вас какие-то старые фотографии, которые сделали на пленку. Мы через некоторое время на пленку, не обязательно ролл, это может быть 35 миллиметров, слайд, какой угодно, без разницы. По голосам, которые соберем, мы определим победителя и сделаем ему хороший, интересный приз. Вот такая у меня мысль была. Но поскольку канал молодой, я хочу, чтобы он как-то развился. И поэтому призываю вас настоятельно, если вам эта тема интересна, подписаться на этот канал, ну, написать что-то. Если вам мне это не интересно, конечно, будем говорить о другом. Да. Сценарий у меня не был написан.